здание сохранилось с петровских времен. Сегодня здесь работает музей. Придя сюда, можно увидеть все, что, чем пользовался Петр в оригинале. А первые цветы, которые высаживали в этом саду, были однолетние литники. Отсюда и название «Летний сад». И первые фонтаны с серебряными струями заиграют тоже в этом саду. Но наводнение в 1777 году уничтожит всю фонтанную систему. И только в
Thank you.
Петропавловск. И вот мы снова с вами в годы.